Меня зовут Анатолий, мне 26 лет. Я живу в городе Жодино, занимаюсь профессионально футболом, полузащитник. Играю за Жодинскую Торпедо. Естественно, это дело, которое мне приносит удовольствие и которым я сейчас зарабатываю себе на жизнь, так сказать. До конца, наверное, не понимал того момента, который происходил. Я понял, что я попал под влияние деструктивных каналов или и тому подобное.